15 марта глава администрации Кашхабльского района Заур Хамирзов провел очередной прием граждан по личным вопросам в администрации Натырбовского сельского поселения. Такая форма общения с сельскими жителями стала уже традиционной. В ходе выездного приема были рассмотрены вопросы, касающиеся жизни поселения, а также личного характера. Первым на прием к главе записался фермер Натырбовского поселения Алексей Кушнаренко, который затронул вопрос по незаконной вырубке лесополосных насаждений. Данный вопрос Заур Хамирзов взял себе на контроль. Зинаида Олейникова и Алексей Толмачев подняли проблемные вопросы, связанные с деятельностью местного дома культуры. Наталья Петкова и Людмила Баранова в свою очередь отметили, что Натырбовская библиотека в этом году принимает участие в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека года», в связи с чем попросили главу района оказать финансовую помощь в ремонте помещения. Также другими участниками приема были подняты вопросы, касающиеся оплаты электричества, и вопрос об оказании материальной помощи. В ходе встречи Заур Хамизов дал исчерпывающие разъяснения по каждому обращению. Вопросы, решения которых требуют дополнительного времени, глава администрации взял на особый контроль. Подводя итог приема граждан, можно отметить, что благодаря таким встречам можно получить полную и объективную информацию о том, что беспокоит граждан.